рынку их на плей-маркете огромное множество, которые якобы продлят жизнь вашей батареи, которые смогут что-то там исправить с приложениями, которые смогут оптимизировать вашу систему. Я вам предлагаю обратиться к самой своей системе. На любом аппарате Xiaomi, от фирмы Xiaomi, есть встроенная утилита, которая, в принципе, делает все те же возможности, которые дает вам стороннее приложение, даже больше. Оно разрешает оптимизировать, не имея root-прав для телефона. Оно намного ускоряет оптимизацию за счет своего софта, за счет того, как это все реализовано. Вот. На примере своего Mi 6 здесь есть два скрина. Вот. На одном из них до начала оптимизации то, что я делал, то, как я чистил свою систему. Вот, после того, как полгода пользовался ей без всяких проблем. В принципе, батареи мне хватает где-то на сутки. Ну, вот, с утра до вечера мне полностью хватает. Вот, домой, когда я прихожу, остается еще где-то процентов 20-30, и это очень много. Вот. Заряжаю я его, в принципе, каждый день. Вот. Но это из-за специфики работы, вот. Из-за того, насколько часто я им пользуюсь, а пользуюсь я им довольно-таки часто. Вот. В стандартном приложении мы можем легко и просто установить любые ограничения для определенной программы, для определенного приложения, даже для системных настроек. Вот. Здесь вы можете использовать умный режим, неограниченный доступ, полный запрет приложения, жесткое ограничение. В принципе, все зависит только от вашего желания, от вашей фантазии. Вот. Вы можете здесь же почистить остаточные файлы от приложений, которые вы давным-давно удалили. Вот. То же самое вам не смогут предложить зачастую программы, которые на Play Market есть, вот, из-за того, что, допустим, у вас не может быть банально там root-прав. После оптимизации своего телефона, ну, я вам тоже рекомендую сделать оптимизацию под себя, если результатов видимых никаких не будет. Вот, не забудьте, что там есть еще и эконом-режимы разные, которые экономят батарейку, вот, которые выключают Wi-Fi и отключают навигацию. Вот, в принципе, которые жестко урезают функционал телефона, которые экономят заряд за счет его производительности, то есть, ну, за счет самой нагрузки процессора. Вот. В принципе, не бойтесь, делайте все сами. Через стандартные приложения, которые китайцы заботливо уже вам вшили в телефон. Вот. Хуже от этого не будет. Любой софт, который вы ставите сторонний, он также нагружает систему. Вот. Он не дает вам никакого преимущества, в принципе. Вот. Ускорение, ускоренная очистка, быстрая очистка, глубокая очистка, все это доступно в ваших стандартных приложениях, которые стоят на телефоне. В приложении «Безопасность», вот, вы можете это все найти. Хотелось бы еще сказать за такие вещи, как, допустим, не полностью заряжает батарею там до 70%. Ну, в любом случае батарею поменять проще, чем ее не догружая, там, не, я не знаю, не до конца убивая, вы будете каким-то магическим образом там заряжая до 70% или там на 30% ставить на зарядку. Ну, у вас смысл. Ну, у нее, у любой батареи есть определенное количество циклов, которые она проходит. Вот, после чего ее нужно будет менять, соответственно. То есть, ну, грубо говоря, там батарею в любом случае вы будете менять один раз хотя бы там в 2 года. Вот.